Известный путешественник Федор Конюхов и мастер спорта Игорь Потапкин при наземной поддержке автомобилей «Лада Нива» установили новый мировой рекорд дальности беспосадочного полета на мотопараплане. Федор Конюхов и Игорь Потапкин вылетели из Вологды. Пилоты преодолели дистанцию протяженностью более 600 километров за неполные 8 часов. Такой результат позволил перекрыть прежний рекорд, установленный польским пилотом Кшиштофом Рамицким, на внушительные 204 километра. Экипаж успешно пересек Ярославскую, Ивановскую и Владимирскую области, а приземлился на Рязанщине, в населенном пункте Милославское. Весь полет проходил на высоте до 1 километра. Параплан летит практически по прямой со скоростью 50-60 км в час. Внедорожники «Лада Нива Тревел» и «Лада Нива Легенд» беспрерывно следовали за экипажем, отвечая за транспортировку мобильной метеостанции, экипировки путешественников и оборудование связи. На самом деле установленный рекорд — это лишь часть нового амбициозного проекта Федора Конюхова под названием «Трансконтинентальный перелет на мотопараплане от Белого моря к Черному». Старт этой экспедиции был дан из Архангельска. Далее путешественники перелетели через Вологду, Ярославль, Кострому, Владимир, Рязань, Москву, Тулу, Воронеж, Богучар, Ростов-на-Дону и Краснодар. А местом финиша стал Новороссийск. Более того, перед финишем пилоты решили усложнить задачу, установив второй абсолютный мировой рекорд дальности беспосадочного полета. Изнурительная погоня за новым достижением увенчалась успехом. Профессионализм парапланеристов позволил им преодолеть более 1000 километров за 13 часов, несмотря на грозы и смерчи, сопровождающие полет. В сложных условиях находился и штаб наземной поддержки. Группе сопровождения пришлось преодолеть почти 1500 километров от Липецкой области до чеченского Гудермеса, проведя за рулем Нивы 22 часа, зачастую вне дорог общего пользования. За 18 дней команда рекордсменов преодолела более 3000 километров по воздуху, а наземному штабу пришлось осилить дистанцию почти вдвое большую. Таким образом, в 45-летнюю историю Нивы оказалось вписано совершенно новое достижение. Именно автомобили «Лада» помогли вписать два новых мировых рекорда в перечень невероятных достижений Федора Конюхова. Кстати, теперь путешественники замахнулись на еще более сложный проект — полет к Северному полюсу на мотопараплане.